Друзья, подписчики, всем привет! Привет, ребята! Сегодня у нас чистка монет. Смотрите, какая куча монет. В основном они все в песке, всяких вот в таких вот штучках окисленных. Нам друг посоветовал взять соль и уксус. И вот мы сейчас все вот это вот сюда вот засыпем. И оставим на ночь, посмотрим, что у нас получится. Давай, Никит, складывай. Отбирай ненужный мусор, и прям я высыплю сюда все. Все, вот так вот. Опа! Ребята, смотрите. Так. Теперь мы что делаем? Теперь мы берем соли побольше. Не, вначале уксуса. По-моему, уксуса. Не знаю, друзья, правильный у нас рецепт или нет. Уксуса. Побольше уксуса. Не жалеем уксуса. А мы весь его вылим, друзья. Весь уксус в монеты. И соли теперь. Соли теперь. Вот так вот соли. Побольше соли. Побольше. Жалеть не будем. Еще надо чуть-чуть. И теперь у нас есть вот такая вот от очков. Никита нашел. Смотрите. Мы сейчас ей все это размешаем. Может даже еще чуть-чуть побольше. Ай-яй-яй-яй. Как пахнет. Фу. Вообще ужасно. Такой запах уксуса неприятный. Надеюсь, нам не разъест нашу пластиковую бутылку. Вот пуговица, блин, плавает. Ну ладно, пуговица. Две пуговицы. Две пуговицы пускай плавают. Ребята, смотрите, какая адская смесь у нас получилась. Никитос, класс? Офигеть. Никита хочет еще добавить маленько соли. Давай, Никита, добавим еще туда. Чуть-чуть прям. Вот столько, думаю, достаточно. Давай, размешай маленько. И все это дело мы оставим на ночь. Это чтобы все было окунулось в монеты. Да, так. Ну посмотрим. Как ты думаешь, что-нибудь очистит у нас? Я думаю, что-нибудь очистит. Ребята, завтра утром ночь постоит, а может больше постоит. Но мы не знаем другого способа, к сожалению, как чистить монеты. Это наш первый опыт с Никитой. Все, Никит, вырубаем? Да, вырубаем. Ну все, ребята, завтра посмотрим результат. Еще содой будем начищать, все. Ребята, вот смотрите, что у нас получилось. Сутки простояла вся эта смесь адская. С уксусом, с солью. Сейчас мы это все дело выльем. Помните то, что было и то, что стало, смотрите. Ребята, мы сейчас монеты засыпем еще содой с Никитой. Вот, смотрите, вот соду сейчас засыпем сюда. Так-то их надо соды чистить. Вот. Зубной щеткой лучше или как-то натирать. Но мы пока соду просто заложим вот так. Пускай она разъедает тоже то, что ненужное. Всякая ржавчина. А, все, сода закончилась у нас. Нам хватит. Вот. Вот так вот. Заложим. И вечерком еще почистим с помощью щеточки все монетки. И покажем результат. Потом разложим их. Ну, уже сейчас видно, да? Какие чистые. Вот, смотрите. Уже чистейшие монеты. Вот так вот. Вот что делает соль с уксусом. Видите, 50 копеек, помните, у меня таких даже нет чистых, вот этих. Вот, ну, так вообще. Нет, вот эти вот 50 копеек Украины, у меня таких ни разу не было. Да вообще. Это 5 рублей. Я вижу. Ладно, все. Как его, покажем потом, когда все промоем, да, чистим, хорошо. Видишь, сразу почернел, соду тоже очищает хорошо. Все, ребята, покажем потом окончательно уже, когда почистим. Ну что, вчера с содой... Еще залили их. Смотрите, какая грязюка. Срано утром. Давай, открывай.
я думаю, достаточно. Да, достаточно. А остальное уже мы уже будем индивидуально. Ой. Ну вот, результат. Помните, это помните. Это суперский результат. Да, помните, что было и что стало. Список трюка. Здесь было где-то 50 копинок. Они вообще были такие очищенные, что... Во! Нет, это уже другие. Ну все, всем счастливо, друзья. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Счастливо, ребята. Все.